С позиции государственной политики, проводимой нынешним правительством Республики Армения, я рассматриваю будущее Карабаха как катастрофу в случае его вхождения в состав Азербайджана, заявил Айсор Ам политолог Ален Джандян. Карабах – это цена, которую платят нынешние власти Армении за лояльность Азербайджана и Турции. Они никогда не скрывали, ни с 1998 года, ни с 2008 года, ни сегодня, что в их ценностном восприятии Карабах должен находиться в составе территориальной целостности Азербайджана со статусом автономии того или иного уровня. Единственное обстоятельство на данном этапе, я думаю, в общем-то, которое этого не позволит, это интерес России к Южному Кавказу. Я не исключаю того, что Карабах станет гораздо более независимым, суверенным, чем Республика Армения при действующей власти. Я говорю об этом не на данный момент, а в определенной перспективе. Ален Джандян напомнил, что чиновники второго-третьего эшелонов депутатов неоднократно говорили о возможности вхождения Карабаха в состав Азербайджана с тем или иным статусом. Повторяю, единственное обстоятельство, которое действительно может спасти Карабах от разрушения, это Российская Федерация и российский фактор. Настоящая политика предполагает именно это, сказал политолог. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.